Мобилизация доходов в бюджет городского округа – первый и главный вопрос повестки дня ежемесячного оперативного совещания. При участии местного бюджета реализуются масштабные областные программы, такие как строительство школ и детских садов. Повышением собираемости налоговых и неналоговых платежей занимается комиссия по мобилизации доходов, в которую входят представители налоговой инспекции, судебные приставы, сотрудники правоохранительных органов. Итоги ее работы подвели на совещании. Рассмотрены на межведомственных комиссиях 40 работодателей по несоблюдению установленного трехсторонним соглашением минимального уровня заработной платы по Московской области. Что делают предприниматели? Пытаются увести нас в область того, что все сотрудники работают на полставки, тем самым уводя в тень официальную заработную плату. Для этого мы точно так же выездные комиссии направляем по учреждениям, смотрим количество персонала. По итогам проверок 24 организации увеличили фонд заработной платы и показали прирост по НДФЛ. Администрация округа вместе с полицией и пенсионным фондом вывела 216 трудовых мигрантов, с которыми впоследствии индивидуальные предприниматели заключили трудовые договоры. Местный бюджет пополнился на 2 миллиона рублей. Юридические лица и физические лица, которые осуществляют деятельность на территории городского округа Щелково, должны быть здесь поставлены на учет и здесь платить все налоги. Потому что все те программы, которые нам предлагает область, и мы хотим в них участвовать, они предусматривают в том числе соинвестирование со стороны муниципалитета. А для этого нам необходимо, чтобы в бюджете были деньги. Поэтому прошу всех своих профильных заместителей обратить на это внимание. Не утихает в городском округе работа по уничтожению борщевика Сосновского. По оценке специалистов, наибольшее скопление ядовитого сорняка приходится на ничейной территории площадью в 131 гектар. Обработано значительно больше, около 200. По контрактам работы выполнялись в Медвежьих озерах, Гребневе, Трубине и Огодневе. Во Фрианове, наиболее заселенной борщевиком местности, обработано 40 гектаров. Оперативно реагирую на сигналы от жителей. Это как система добродел, горячая линия и обращение жителей как по телефону, так и в письменном виде. Сэкономленные на торгах средства администрация направит на скашивание борщевика на новых участках. Несколько адресов, озвученных приглашенными на совещание, взяли в работу. Борьба с борщевиком – это ежегодная работа. Он за один год не уничтожается. Да. Поэтому я прошу предусмотреть на следующий год увеличение объемов. И если образуются средства, как в этом году, то необходимо, значит, их тоже использовать более качественно для борьбы с борщевиком. Июнь – пиковый период для проведения дорожно-ремонтных работ. За лето в городском округе отремонтируют 10 участков региональных дорог протяженностью 27 километров. Отремонтированы проблемные участки на развязке у путепровода в Жигалове, в Фряновском шоссе у поселка РТС, улица Московская в Монине, участок дороги на деревню Шевелкино. Всего в текущем году планируется привести в нормативное состояние 46 объектов дорожного хозяйства протяженностью 55 километров, объемом свыше 420 тысяч квадратных метров. Хочу обратить внимание, что 13 объектов из них по результатам голосования на портале «Добродел». Дорожные службы успевают выполнять так называемый ямочный ремонт дорог с начала года. С разных источников, в том числе из портала «Добродел», поступило 2400 сообщений, 2360 выполнено. Эта работа продолжается постоянно. Сообщений на «Добродел» приходят каждый день. Михаил Налетов, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».